Всем-всем доброго денечка. Я приехала в планету лето. Ой, ну сколько же здесь красоты. Но за такой красотой я только к Фатиме. Цены здесь, конечно, гораздо дороже. То есть вот петунья в кашпо. У Фатимы 500 рублей большой горшок, а здесь 1200. Ну и на все остальное также 2 в 2,5 раза. Ну, хотя бы гляну, посмотрю. Ну и декора, конечно, садового здесь очень много. Цены, конечно, тоже хорошие. Но кто хочет, у кого средства позволяют, ну, по разным средствам можно найти. Что-то и поменьше, что-то побольше. Ну, клевенько, конечно. Много красоты. Ай, милота какая. Светильнички на солнечной батарее по акции 59 рублей. И вот такие цветочки по 74. Ну как я мимо-то пройду? Никак. Надо брать. Красоты, в общем, много. Еще тут вот комнатных цветов очень много. Большой ассортимент. Ну, а я тут набрала немножко. Постаралась экономно. Иду на кассу. Зима придет, кактусами займусь. Сколько их красивых. Всех цветов и оттенков. Красота. Ну и вот мой небольшой пакетик с покупочками. Так вот красиво на выходе, уютненько. Какой уютненький шатер. У меня в Челябинске был подобный, только не шестигранный, как вот здесь, а четырехугольный. И ураганный ветер у нас даже перевернул его один раз, хотя укрепляли очень хорошо. Ну все, еду до дому, потом все вам покажу.